Сегодня сотрудники Росгвардии управления по Тульской области вернулись с служебной командировки в пункт постоянной дислокации домой в полном составе. За время служебной командировки все задачи выполнены в полном объеме. Задержаны 6 лиц с подозреванием в совершении преступления. Также изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические вещества. Спасибо вам за успешное выполнение задач. Далее предоставление личному составу положенного по курсу реабилитации. Спасибо.